Добрый вечер, дамы и господа. Хочу презентовать сервис «Вкусно и быстро». Я уверен, что в этом зале есть люди, которые будут на постоянной основе пользоваться нашим сервисом. Хочу начать презентацию с того, что сервис «Вкусно и быстро» — это не курьерский проект. В штате сервиса нету ни одного курьера. Это сервис, с помощью которого каждый человек за доступные деньги может вкусно и сытно поесть. А ресторан наладит собственную службу доставки в своем районе. «Вкусно и быстро» приносит пользу для потребителя, доставляя свежеприготовленный горячий обед либо ужин в короткий срок. Ресторан повышает свою рентабельность. Я хочу показать, как работает сервис «Вкусно и быстро» на примере небольшого ролика. Как работает скоростная доставка домашних обедов «Вкусно и быстро»? Зайдите на сайт сервиса или в приложение на мобильном телефоне. Выберите вкусный обед полегче или посытнее. И закажите доставку с 12 до половины пятого. Можно заказать несколько обедов или только один. В цену уже включена доставка. Всего за полчаса заказ прибудет к вам в офис или домой. Или заберите его сами из ближайшего ресторана или кафе, находящегося в шаговой доступности. В этом случае вкусный горячий обед обойдется еще дешевле. За свои заказы вы получаете бонусы, которыми можно оплатить свой обед. А за заказы ваших друзей бонусы будут приходить к вам в течение 2 лет. Мы знаем, как вкусно и быстро утолить ваш голод. Настоящий домашний обед всего за полчаса. Заказывайте. Хочу еще дать комментарий, что очень часто доставка приходит за 5 минут. Неудивительно, но это так. Сравнивать нас с конкурентами можно очень долго. Принципиальное отличие в рентабельности нашей бизнес-модели. На эту тему можно будет поговорить после презентации. Это долгий разговор. Потоки поступления денежных средств. Ежегодная абонентская плата, комиссия со сделок, реализация запатентованной упаковки, другие источники дохода. Также надо обратить внимание на программу лояльности. «Вкусно и быстро» — это новая бизнес-модель, которая быстро масштабируется, экономически рентабельна как при большом, так и при малом количестве заказов, устойчива к резким колебаниям. Старт проекта это показал. Система готова к запуску в других городах. Ценовая ниша позволяет включить в круг наших потенциальных клиентов не только офисных сотрудников, а также домохозяек, молодые семьи, студентов и других потребителей. «Вкусно и быстро» — это новая бизнес-модель, которая дала нам конкурентные преимущества, чем необходимо полноценно воспользоваться. Доходы на текущий момент — 350 тысяч рублей. У нас мы только стартанули, для старта это неплохие результаты. 29 активных ресторанов в системе, 100 ресторанов на стадии входа, продано свыше 1000 обеда. И что я еще хочу обратить внимание, конверсионность сегодня буквально посмотрел, около 80% зарегистрированных покупателей, которые сделали первую покупку, осуществили уже и вторую, и третью покупку. Инвестору предлагается доля в проекте 5%, цена доли 7,5 миллионов рублей. Участие в проекте возможно не только деньгами, но и продвижением проекта, как прямым, так и скрытым. Предполагаемая доходность составляет 42,5%. Доходность рассчитана на 3 года. Расчетный срок возврата инвестиций примерно 1,5 года. О команде могу сказать кратко, каждый специалист в своей области. Ну что еще хочу сказать? У нас есть идея, у нас есть клиенты, у нас есть бизнес. Инвестируйте в нас. Всем приятного аппетита. Спасибо. Это оптимистичная была нота. А теперь, собственно говоря, а зачем вы супротив Delivery? Ну, как одного из главных игроков рынка. Delivery Club является курьерской службой. Так, а вы? Мы не являемся курьерской службой. У нас доставка осуществляет самостоятельный ресторан. То есть по факту ресторан зарабатывает денежные средства даже на своей доставке. В отличие как бы от схемы Delivery Club. Почему у нас достигается такой эффект? Быстро, почему мы быстро доставляем, почему все горячее, свежее? Доставляете не вы, а они. Ресторан, совершенно верно. Я имею в виду сервис сейчас в данный момент. А вы-то к этому какой, кроме того, что вы marketplace? Я вам объясню. Дело в том, в чем была сама идея, сама мысль, каким образом это все дело согрегировано. В чем уникальность торгового предложения? Дело в том, что в каждом районе города существуют точки общепита, которые готовят стандартный бизнес-ланч. Я сейчас говорю о ресторанах, кафе, столовых. Коллега, чуть-чуть короче, вот уникальное торговое предложение в одной какой-то фразе. Кто существует, мы приблизительно представляем. Так в чем? Цена, скорость, качество. Цена чего? Цена обеда, комплексного обеда с учетом доставки. Но это же не ваше преимущество, это ресторанное преимущество. А дело в том, что вы какое к этому отношение? Мы предоставили софт, который
позволяет, когда оплачивает клиент заказ, мы автоматически берем свои деньги, ресторан берет свои деньги, все хорошо в этом плане. Мало того, что ресторан еще закупает у нас упаковку, мы еще и на этом зарабатываем. Так, а зачем ресторану закупать у вас упаковку? Он это свой уже пакетик шьем положит. И вяжем холи ногтей. Уже давайте про упаковку, потом мы сейчас в дебри. А как вы... На самом деле это очень интересный вопрос, когда мы занялись... Ну бог с ним. Да. А как лучше вы, давайте про упаковку следующей гарантируете... истории. Как вы за ресторан гарантируете срок поставки? Время поставки? Дело в том, что клиент всегда находится в шаговой доступности от ресторана. Клиент ежедневно готовит бизнес-ланч, он подключается к стандартному меню. То есть ему не надо готовить, он просто с раздачи берет, кладет в контейнеры и отгружает. То есть по факту получается, что где бы клиент ни находился, всегда вопрос рядом есть горячий. Вопрос от ресторатора, а зачем вы нужны? Дело в том, что если смотреть как ресторан, действительно у него есть деньги, и он может себе позволить рекламу. Если мы берем на более низкий сегмент, возьмем кафе, столовые, у них такой возможности нет, но самое главное, у них ограниченное время работы. С 12 до 4, когда люди работают. Соответственно, наш сервис позволит им увеличить время работы своего заведения. За счет чего? И за счет того, что они выйдут на ужины. Они уже заинтересованы в этом, осуществлять доставку. Ну, то есть я как ресторан, попользовавшись вашим сервисом, получив клиентскую базу, после этого отключаюсь и обслуживаю. Нет, дело в том, что для этого существует программа лояльности. Это отдельная тема, я в презентации об этом упомянул. Дело в том, что вот сейчас то, что лояльности мы... кого к кому? Программа лояльности для клиента, чтобы ему было дешевле оплачивать. Но вы же ее платите за счет комиссии ресторана. Не так немножечко схема происходит. А за счет чьих денег? Мы платим ее за счет клиента. Ну, проще мне как ресторану дать скидку клиенту. Вот опять же, теперь, если мы берем цена чека, административные издержки, чтобы отгрузить один обед, он намного больше, чем дать эту скидку. Мало того, что столкнулись с такой ситуацией, что… Это что подразумевается под административными издержками? Ну, заказ нужно кому-то принять, заказ необходимо отдать, заказ нужно сделать. А сейчас это кто делает? Здесь идет стандартизация. Два обеда стандартных приходят. Мало того, что ресторан получает заказ только после того, когда он оплачен. То есть сначала заказ оплачен, потом идет отгрузка. То есть для этого мы еще совместно с процессингом создавали… Какой у вас сейчас оборот? Давайте так. Я сказал, доход составляет 350 тысяч рублей. Только-только запустились. Ну и поэтому вы хотите, вернитесь там на цифры, хотите 7,5 миллиона, не, дальше, дальше. Для нас важно… Дальше. А вот сколько вы получаете с одного заказа? С одного заказа, с комиссии с одного заказа составляет 7 рублей. Но дальше еще, 7%, извините. Дальше еще присутствует доход с упаковки, доход с рекламы, с абонентской платы. Суммарно доходит с обеда где-то около 40 рублей. Ну, то есть вы свою компанию сейчас оцениваете, слушай, у меня было плохо, 7 на 20. Окей, приблизительно в 140 миллионов, при том, что вы зарабатываете 350. Ну, исходя из математики, которую мой коллега тут недавно коварно попросил. Я вас прекрасно понимаю, поэтому я еще раз говорю, деньги... имеет, конечно, значение, но для проекта в данный момент имеет большее значение. Это продвижение этого проекта. Окей. Если есть возможность другими способами вложиться в этот проект, welcome. Отлично. Главное потом ответить, чтобы вот этому кому welcome, ему были нужны вы. Спасибо. Так, поехали дальше.